включу эту песню, потому что иди танцуй, иди танцуй. Вадик, Вадик, пригласи его. Что ж ты? Сумочку оставь и получер возьми. Девушку.
Хочу сказать, что сейчас будет играть группа из Барнаула, но в ее составе будет несколько ребят из группы Йод. Они все-таки приехали в Новосибирск, хоть и состав весь не был полным. Вот, и в 4 часа они сделали маленькую репетицию, поэтому их промахи сейчас снисходительно, так скажем, к ним отнеситесь, потому что репетиция всего происходила полчаса, и сейчас они произведут на свет 7 песен. Не знаю, как это получится. Йод еще сыграет сегодня отделение, но только после реактивного психоза, потому что ребята ехали к нам. И выехали, я насколько знаю, в 10 утра еще. То есть они туристами ходили по городу, ходили в бордель. В общем, было все хорошо у них. Раз, один, два, три, четыре. С днем рождения! Валерич, тебя с днем рождения! Спасибо. А сколько время сейчас, кстати? Время. Саша, ты опять много тебя. Еще рано. Еще, ты смотришь, 20 минут 12. Ага, подождем маленько. Ну, добрый вечер, Новосибирск. Добрый вечер всем, кто здесь еще остался. Сейчас мы съебеним несколько песен. Не знаю, каким макаром это выйдет. Но задора у нас дохуя. Подожди. Саша сейчас что-то, блядь, потанцует со своим контрабасом. Он дергать струны научился, а глушить их не научился. Отличный звук, отличная музыка. Выключи микрофон. Это не контрабас, ребята. А кто, я что ли? Это, по-моему, мой микрофон. Это мой микрофон заводится, кстати. Слушай, вот он. Средний микрофон. Прибери, пожалуйста. Работало. Как сейчас, как шутили, да, не шутили? Реактивный йод или йодовый психоз на сцене. Эй, микрофон заводится. Средний микрофон. Средний все? Да, это заводится. Раз. Шишки. О! Да ладно, погнали, кого? Ну, раз самогон купили все, начнем с пьяной песни. Песня «Бухой». Вчера был какой-то праздник, не помню, хоть убей, помню грязный бар. Было много людей перед пивом, вот души попали вином. Или танцы девочки в общем дурдом. И с этим утром я остался живой. К вечеру я буду 100% бухой. Бухой, я всегда бухой. Постоянно бухой, я всегда бухой. Бухой. Но все это не важно, и в общем-то плевать, а сегодня на хуёво. Хочется поспать, но рядом куколка божественно не видна и мила. Я ползу на кухню за бутылочкой вина. Этим утром я остался живой. К вечеру я буду 100% бухой. Бухой, я всегда бухой. Постоянно бухой, я всегда бухой. Трясёт наш капец. Я думал, что сегодня нет. Точно пиздец. Но как бы не так. Я чинок припозднил. Дрожь начался. Я понял, что жил. Если завтра утром я стану живой. К вечеру я буду 100% бухой. Бухой, я всегда бухой. Постоянно бухой. Я всегда бухой. Дальше. Да, что-то. Можно добавить вокалисту гитару, может, выше? А всем слышно нас всех или нет?
вас надо? Ну это хорошо, что все пьяные. Я вижу, их прижало к сиденьям все. Отрастили булки, не можете подняться с сиденья? О! Спортсмены идут сюда. Ну чё, в этом же духе и попрём дальше. Девочка в красных кедах. Я вот думаю, знаете что, наверное, сейчас к Руслану присоединится еще один человек, раз уж здесь психоз, пусть будет все по-настоящему. Наталья Лещинская, наш прекрасный, красивый фотограф. Где она? Наталья, ты где? Иди сюда. Вставай на перкуссии. Вован, Карифан, выходи! Ну что, поехали! Такими сказали, глазевник на стол. А ей, собственно, плевать, что получила кол. Сегодня будут танцы, будет рок-н-ролл. Девочка в красных кедах танцует рок-н-ролл. Сегодня лучший друг ее навстречу не пришел. Парень весь вечер смотрел футбол. А ей по барабану, что Спартак забил гол. Сегодня будут танцы, будет рок-н-ролл. Девочка в красных кедах танцует рок-н-ролл. Валя, рожди!
Еще Йода! Отмечается у Йода день рождения нового состава, год ему. Составу Йоду один год. Тати? Мое, короче, 30-летие, там, я не знаю, буду... Короче, вчера у него было 30 лет! Всю неделю буду... Гулять. Юбилей! Вау! Валера! Слабо, слабо, слабо. Валера! Все, сейчас у нас не Валера, а психоз. Вы что такие? Ха-ха, круто было. Но Валера, а где играй сейчас? Да Игорь, микрофон, пусть Марио чинит. Игорек? Ну а теперь продолжаем! Струны рвутся, это хорошо. Буги-вуги! Это странный танец, придумали давно. Вся планета танцует под него. Эй, буги-вуги! Эй, буги-вуги! Эй, буги-вуги! Двигайся быстрее! Смотри, какая девочка, хватай ее скорее! Взорвите эту площадку, крутитесь веселее! Эй, буги-вуги! Эй, буги-вуги! Эй, буги-вуги! Двигайся быстрее! Вау! Эй, 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 буги-буги! Эй, 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 буги-буги! Эй, 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 буги-буги! Эй, буги-буги! Двигайся быстрее! Нормально жди копива, а лучше краба 100! Ростова не ботаник, а так вот это все! Эй, буги-буги! Эй, буги-буги! Эй, буги-буги! Ha ha ha!
красавцы мы, красавцы. Автобус номер 666 отходит 6 утра. Куда бы он ни поехал, конечная сна. Все непременно будем там, кто раньше, кто чуть попозже. Зависит все от случая, удачи кореша. Я сел в автобус недоконечный. Я выкупил билет. Кондуктор чипса в красных стрингах. Нет, чувство делает меня. Кто-то ищет правду в водке, кто-то прыгает с моста, кто-то церковь с перепугу, кто-то секту навсегда. Здесь у каждого есть выбор. И не надо долго думать, чтобы все смелее решай. А я в автобус недоконечный. Я выкупил билет. Кондуктор чикса в красных стрингах. Нет, чувство делает билет. Рожа у шофера, запах серый бьет ноздрю. Две проститутки с кокаином, я под кайфом весь горю. Что за чудное местечко, как я раньше не допер. Мне всегда здесь было место, секс, наркотик, рок-н-ролл. Я сел в автобус недоконечный. Я выкупил билет. Кондуктор чипса в красных стрингах. Нет, чувством делает меня. Ой! 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 Let's go! А ну что, поехали дальше? Жизнь игра. Моя жизнь как игра в три листа. Я знаю, будет точно 100 из 100. Я жду раздачу, поставил все на кол. Судьба мне улыбнулась, и в ушах веселый звон. Я много лет гонялся за мечтой. То сытый пьян, то проклятый изгой. Ловил удачу, держал ее за хвост. Фортуна изменяла, и я видел свой погост. И нет причин бояться сделать шаг. Я знаю, кто мой друг, а кто мой враг. И нет причин бояться острых скал. Я все к чертям послал. Я свято верил в выбранный мной путь. Я не желал сдаваться и свернуть. Я злой походкой цели шел своей. И вывезла кривая на скоростной хайвей. И нет причин бояться сделать шаг. Я знаю, кто мой друг, а кто мой враг. И нет причин бояться острых скал. Я все чертям послал. We'll be right back.
фантомом будем мудрить или блин, ну его нахуй. Блин, простите меня, негодяй, я вообще все тут напутал. Ну давай суку споем. Ой, она мне нравится с этим. А нам это не мешает. Спасибо всем! Йодовый психоз или психи с йодом. Были с вами. С днем рождения, ребята! С днем рождения, Валерий! С днем рождения, группа Йод! А сколько время? Я вернусь попозже.
Опа! Ребята, давайте отдохнем, дадим людям. Это был Дима из Барнаула. Он, короче, не может никак наиграться, как Вова, наш такой же. О, народ танцует, смотри. Можешь еще индейцы сюда позвать, я не знаю, драм-сейшн устроить здесь, я не знаю. Да, я уже ухожу. Где там Калюта и музыка его?